Привет, с вами Кристина. Воу-воу, всем привет, Аринка, что мы сегодня будем играть? Брок Хевен. Чё это за игра такая? Тут можно покупать мороженое, работать с кем захочешь. И можно грабить банк. Ещё раз не расслышал, что можно? Грабить банк. Ты серьёзно? Так пошли грабить, я всегда мечтал ограбить банк. Ну кто не мечтал ограбить инкассаторов или банк, да? Я имею в виду в игре, конечно же только в игре. Пошли, Крош. Пап, садись на мою машину. О, что у тебя там за тачка? Подожди. Сейчас. Давай, короче, мою. Давай на байке, нормально, как серьезные Бонни и Клайд грабители. А как сесть-то? F, да? Нет, да. Погнали, детка. Воу-хоу! Короче, ребят, если кто-то не подписался на наш канал, что надо сделать? Подписаться на канал. И поставить жирный лайкосик. Аринка, куда мы едем? Нам нужен банк, ищи банк. Вот, я вижу, Бродхайвен банк слева. Вот, паркуйся и не глуши двигатель, останавливайся здесь. Так, все, пошли. Подожди, мне надо кое-что тут взять. Оружие ладно. Есть у нас? Идем. Так, ладно. Нам нужно оружие обязательно. Куда же без оружия-то грабить? Отстреливаться как-то надо? Папа, смотри, сейчас мы быстренько. Так. Все, мы берем вот это. Потом. Так. Ух ты, что это ты заминировала? О, бабло, хо-хо! Бабулес, все, берем бабки, погнали! Идем сюда. Ты взяла деньги, да? Смотри, идем сюда! Так. Идем сюда! Куда, Крош? Сюда, на цветок! Вентканал, да? О, отлично, слушай, это очень разумно. Через вентиляцию мы, да, будем уходить? Иначе нас ждут с парадного входа копы. Но мы их обманем и красиво уйдем с места преступления. Мало? Арина? Ух ты, вот это у тебя зенитка. Где ты взяла такую пушку? Крошик. Папа, у тебя там есть сбоку, видишь, рюкзачок? Да. И там, прилистай немного вниз, и тебя там будет пистолет. Во-о-о, и бабки. Так, в одной стороне, в одной руке. Так, а как же взять это все? А, вот, я вижу, 1 и 2. Так, ладно, 1. Все, вот, пушку взял, погнали, Крош. Все, выходим. Пап, все, пап, сейчас. Так, папа, иди сюда. Ух ты, ты нашла тайный ход, классно. Давай, открывай. Все, сматываемся отсюда. Быстро. Ого, что это такое? Полицейские камеры. Так, смотрим, чисто. Копов нет, кот. Крош, выходим. О, это остров, на которых нас уже ждут, да? Когда мы все ограбим, переведем на счета, которые нас не могут забрать эти деньги. Мало того, ограбить, надо еще вовремя скрыться, чтоб не поймали. Вот так вот, ребятишки. Оп, смотри, кто я. Кто ты? 3. Вау, вот это крутецки. Жестко и не по-детски. Давай, Крош, пока копов нет, надо выходить. Классный дробарь. Предупреждаю, детям не смотреть. Крошик, нам надо выходить. Слышишь? Так, куда уходим? Где тут выход? Идем. Туда же. Назад? Идешь? Ты где? А, вот, все, вижу. Короче, туда выходим, пока копов нет. Все, за мной, Крош. Нет, папа, иди за мной. Давай, давай, идем. Сюда, потом. Нет, туда, пап, не туда пошли. Че, мы правильно все пошли, Крошик, давай. Нет, пап, ты неправильно. А? Там окей, потом, у нас тут. Вот, вот тут будет такой вот. И потом сюда. Крошик. Так, где наша
Тачка, вернее, где наш байк? Садимся на байк и валим отсюда. А где? Беги за мной! Я на байке. О, Крош, я здесь. Все, садимся и валим. Давай. Давай, давай. Вот так Бонни и Клайд работают. У нас удалось ограбить банк. Ребят, конечно, в реальной жизни такое не повторяйте. А в Роблоксе можно все повторить, да, Крошик? Пап, смотри. Ух ты, что ты сделал только что? Потанцевала, да? Оу, хо-хоу. Вот так надо делать. Да, ух ты. Короче, с вами был Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. И пропускать наше новое видео. Папа, остановись. Я не знаю, мне так захватывает эта игра. Хочется побеспредельничать. Полная анархия. Пока.